Вот моя уже нормальная работа. Патологоанатом железу заработает. Друзья мои, наука. Я обращаюсь к ученым. Почему никто никогда этого не делал? Ведь вы понимаете, как у нас есть выдающиеся хирурги и те, кто относится к смежным областям хирургии. Они там подразделяются еще на десятки, если не на сотни таких специальностей, да? Но начиналось-то тем, что взял человек, умер, его вскрывают и смотрят, что у него там, от чего. Он жался на живот, там может оказаться там это, куча болезней. Вот. И какие именно, там уже видно будет, перитонит, не перитонит, опухоль, не опухоль. Вот. Научились, разрезая людей покойных, так, научились определять и лечить болезни. Что здесь-то творится? Вы понимаете, почему я за вас-то должен это делать? Ведь это же с вашей подачи-то пишут, это, весной, осенью, зимой и летом можно резать деревья. Мы про это, к этому еще подойдем. А пока вот свежий снимок, свежая пила, свежее дерево. Посмотрите внимательно, видите? Я такие вещи не пропускаю, никогда мимо не пройду. Везде, где я увижу спиленное дерево, я тут как тут.